Slice. Это модификатор, который часто используется в тех случаях, когда нужно что-нибудь разрезать на одну или несколько составных частей. Например, при демонстрации сечения какой-то детали. Модификатор slice, то есть срез, не имеет абсолютно никаких числовых параметров. Объект, которым он применяется, в нашем случае чайник, просто разрезается плоскостью. Вот. Одним из возможных типов сечения могут быть один из четырех параметров. Refine mesh, то есть добавление новых вершин в точках пересечения. Вот я могу поставить вот так, и будут добавлены новые точки. Потом, давайте немножко на другом объекте покажу. Вот, допустим, будет у нас бокс, только не такой большой. Давайте, чтобы видеть все наши полигоны, мы видим вот по одному сегменту на каждом объекте. Выбираем слайс. Ой. Выбираем slice plane и видим, что у нас вот здесь вот появляются новые вершины, и вот в этих вот местах, и так как создались новые вершины, будут создаваться новые плоскости. Следующий вариант — это split mesh. Будет создаваться два отдельных объекта. То есть после того, как я закончу вот этот разрез, я делаю вот так convert to editable poly, выбираю объект, и они у меня абсолютно отдельно, они разделены. Вот так. Следующее — это remove top и remove bottom. Remove — это удалить, топ, bottom, думаю, понятно, топ вверх, bottom вниз. Я просто опять-таки выбираю slice plane, и если remove top, будет удалено абсолютно все, что выше этой плоскости. Remove bottom, соответственно, будет удалено все, что ниже этой плоскости.